Не считайте слез мои, они выплаканы. Говорили за спиной люди разные. Мол, живет она звездой, жизнью праздной. Только я в душе своей дверь прятала и боролась, как могла, больно падая. Небо как оно самое обычное. Пройдя полоску света в тень акаций дрянущих ошлей, два плечистых темных силуэта выросли друг от друга с земли. Первый хриплый буркнул: «Стоп! Цыпленки! Путь закрытый, никаких гвоздей, кольца, все эти часики, девчонки, все, что есть, на почку и живей!» А второй, пуская дым в усы, наблюдал, как от волнения хмурый пар со спортивной фигурой стал спешать стёрнули часы. И довольный, видимо, успехом, рыжился и хмыкнул: «Эй, коза, что надулась?» И перед со смехом натянул девчонку на глаза. Дальше было все как взрыв гранаты. Девушки беретик сорвала и словами: «Мразь! Пошли, проклятый!» Как огнем детину обожила. Как сама лгаешь, врешь, подонок, ты же мразь, ты жизнь свою убьешь. Голос рвется, ярость, и звонок, нож в кармане. Мне плевать на нож. За убийство стенка ожидает, но оболят раны, упадут, то запомни. Выживу, узнаю, где ты ни был, все равно найду. И глаза взглянули твердо. Тот смешался. Ладно, тише, гром. А второй пробявил: «Ну, черт». И фигуры скрылись за углом. Шагом луны нам личную дорогу выбрали, шагал наискосок. И смотрел задумчиво строго сверху вниз на спящий городок, где без слов по набережной хмуре шли чуть слышно гравий шурша парень со спортивной фигурой. Thank you.
Я люблю тебя. Жить красивой. Ты лучший. Ты замечательный. Ведь только от нашего слова, от наших взглядов, от нашего отношения зависит мир вокруг нас. И только мы с вами можем создать добро.